Сегодня у нас забыли плойку. Девушка оставила, как всегда в розетке оставляет и убегает на скорую. Их легко потерять, но невозможно забыть. Эту загадку администраторы гостиниц разгадывают практически ежедневно. Зарядное устройство, электробритвы, документы и продукты. Вот то, что чаще всего оставляют после себя постояльцы гостиниц. Всегда телефоны записаны, созваниваемся тут же и буквально, может быть, перехватываем по дороге в аэропорт. Возвращаются, забирают. То есть, ну, если сильно нужные вещи, но если не нужны, говорят, утилизируйте. Чтобы избежать этих хлопот, еще раз внимательно окиньте взглядом комнату перед отъездом. Кладовая забытых вещей, выдвижные шкафчики и гардеробные комнаты. После уборки номера найденные вещи пробируют и отправляют на хранение. Самые ответственные администраторы сберегут ваше имущество в течение года. Часы, телефоны, зарядного устройства оставляют не только в гостиничных номерах, но и в вагонах. Даже если ваш поезд ушел, вернуть эти вещи вполне реально. Все они уже севшие, уже отзвонившие. Рейтинг железнодорожных находок вот уже несколько лет возглавляют сотовые телефоны. В камере хранения их на любой вкус и цвет. Продолжают список электронные книги и зарядные устройства. Эти вещи стекаются в хранилище залов ожидания, перронов и поездов. И по всем правилам дожидаются визита забывчивого хозяина в течение полугода. Поезд транзитный и едет дальше, да, то вы должны обратиться к дежурному по вокзалу, который свяжется с бригадиром поезда и на ближайшей станции. Следование поезда, на которой стоянка больше 20 минут, эти вещи ваши снимут, да, и потом уже ближайшим поездом отправят, значит, к нам сюда, в Красноярск. К сожалению, многие из этих вещей так и остаются невостребованными. Все из-за отсутствия заявлений со стороны самих растерях. Так что, если вы узнали свое добро, смело звоните дежурному по вокзалу. Летели самолетом и потеряли, к примеру, планшет, тогда вам в администрацию аэропорта. Содержимое багажа настолько интересное бывает. Бывает валюта, бывает золото, бывает инструмент. Телефоны, очень много телефонов забывают пассажиры при прохождении контроля на посадку. Весь этот ценный груз положено хранить также 180 дней. За это время сотрудники устанавливают личность владельца и информируют его о находке. Больше всего работники аэропорта недоумевают от оставленных детских колясок. Прибывает и из дальнего зарубежья, чартерными рейсами. Наши соотечественники, земляки, после отдыха, например, в Бангкоке, приезжая сюда, в Красноярск, просто-напросто не получают их. Сотрудники всех служб предупреждают, нахождение пропажи отнюдь не миф, а слаженная работа многих структур. Они-то уже давно готовы вернуть ваш дорогой сотовый телефон или планшет последней модели. Главное, чтобы хозяин верил, что мир не без добрых людей и все-таки объявился.